Всем привет, с вами дядя Володя Страшный, и вот такая прекрасная посылка от Константина Козина. Ну, Константин Иванович прислал мне вот эту посылку, откликнулся на мое обращение о просьбе подарить мне резинку, которая установлена под воздухоочистителем Ишпланета. Ну, сказал, что есть у него, и, мол, отправлю. Ну, помимо этого, он, значит, отправил мне аж 5 килограмм чего-то. Ну, чего мы не знаем. Сейчас я буду открывать, смотреть. И, значит, будем это... смотреть, что Константин Иванович мне прислал. Пришло это транспортной компании «Энергия». Вес 5 кило. Вот оно написано. Тыры-пыры, 8 дырок. И, значит, открываем, смотрим, что это. Что это и как. Меня всегда убивает, когда долго открывают. Поэтому вот тут, что я что-то режу, я буду врезать из видео. Ну, если вы хотите посмотреть на самого меня, то я вот. Вот он я. Весь во всей красе своей. А он Вася. Не менее красивший, чем я, да, Вася? Так. Ой, Костик, намотал тут, замотал. Ай-яй-яй. Сегодня, кстати, день ВДВ. Поздравляю всех мужчин и женщин, которые служили в воздушно-десантных войсках, с таким великолепным праздником. Поздравляю и желаю. Желаю, чтобы вода в фонтане была теплая. Мне комары жрут, скотины. Такие, знаете, вот у меня не кровь, а черный нектар внутри. Поэтому если раздавить комара на мне, крови не увидите. Что ж такое? Сколько ж тут запутанок-то? О! Одну вскрыли. Так. Второй. Второй не менее. Не менее запутанный мешок-пакет, наверное, с под сахар. О, да чего ж тут только не... Ой, да ничего ж, ой. Ой, от того-то и большой вес, что много хороших вкусняшек. Ёшкин. Вот это да, вот это подарок, я понимаю. Ребят, вот такой звезды у меня в жизни не было. Это волшебственная звезда, сейчас сразу посчитаем зубе. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13 зубов. Вот это первый раз я такую звезду вижу. Костя, спасибо тебе. Я ее сегодня под подушку себе положу. 13-зубовая. Можно, знаете, вот сюда вот так повесить. Знаешь, как эти рэперы ходят. Вот так. Спасибо. Это вот вообще подарочек такой вообще. О, ребят, глядите, яблоко нулячее. Недавно Денис у меня просил яблочко, я ему нашел. Подарил яблочко. И вот яблочко мне вернулось. Прям вот просто, понимаете, вот дашь человеку, и тебе в то же время даже два. Вот одно мне, а второе Денису. Они оба новых, я прям Денису подарю. Денис Братулец, если слышишь, видишь, друг, я тебе уже яблоко. Вот она, резиночка обещанная. Практически новая, обалдетая вообще. Ой, какая хорошая резиночка. Ой, резиночка, ай-яй-яй. Так, ребята, сразу в сторону. Вот это значит, ой, хорошая тяга какая-то тормозная. То, что мне надо. Так, это переключалочка хорошая. Так, тоже хорошая. Вот они. Сейчас, где тут пара есть? Пара. О, хоботок. Мой любимый хоботок. Хоботок я люблю. Настоящий, ребят, с кантиком, он с тем. Ай-яй-яй, хоботочек. Так, это вот к этой под... к этой штуке, вот это вот тормозная система, у меня как раз не хватало, все нормально. Так, ручка газовая, о, я о ней мечтал, ребята, это моя мечта сбылась. Это у нас будет на новый проект пойдет. Ой, жрут меня комары. Так, вот она, смотрите, переключалочка
Ай-яй-яй. Вообще вещь, шлицы на месте, красотуля. Так, жимочек усовершенствованный, укороченный. Видать, такой короткоходный. Джик-джик-джик-джик-джик. Офигенно. О, мечта моя. Лапка переключения планетовская. Красотуля. Спасибо. Так, это кронштейн задней подножечки. Тоже вещь. Так, это... Так, какая у нас? Это верхняя траверса. От модели... от четвертой модели. От четвертой. От третьей вот здесь не стягивается, здесь гайки закручиваются. А от пятой вот здесь уже побольше отверстия, там эти сайлентблоки стоят. Так, самое интересное увидел, ребята. Новые подшипники. Нифига себе. Нифига себе. Российские подшипники. ГПЗ. Вот эта вещь. Денису надо не показывать. А то зло возьмет. Два подшипника на планетку. Ай, красотуля. Красотуля. Нифига себе. Главный дозирующий жиклер прям с колодцем. Вот эта вещь. Прям поставлю, наверное, я поставлю вот туда, на свою голубушку. Костик, я поставлю обязательно, прям тебе покажу, как ставлю. Наверное, будет стволить не хуже Денисова Чингисхана. Так, ребята, о, пружина заводная. Так, это заводная пружина. Так, это у нас что? Это какая-то ручка газа. С чего-то, не знаю, с чего. А, это минская ручка газа, старинная. Так, вещь, все вещь, ребята, вещь. Куча заслонок, вот заслонка практически новая одна, практически неплохая вторая. О, спасибо, заслоночки. Вот такой карбюратор. Мотос может на те, трудно прочесть. Может, ну, напишет потом человек мне, Костик напишет, хороший карбюратор, вообще, вещь вообще, ух. О, с мотороллера, с электрона, ручка переключения передач, смотрите, вот, первая нейтралка, вторая, третья. Вещь вообще, красотуля, не мятая, не гнутая, прям, цаца. Два поплавка. Красивые вообще, не новодел ни хрена, прям вещь вообще. Ой, все вещь прям. Так, а что вот здесь завернуто? Письмо интересное есть от Костика. Это какое-то ситечко, что ли, что-то такое. Как бы не зар... Ох, нифига себе. Так, это на Ригу. Вот это да. Стеклышко нулячее на Ригу. Спасибо. Так, что тут написано? Сейчас мы... Ну, ребят, я вам показывать не буду, что написано. Я прочту, если сочту нужно. Так. Есть неопознанные детали ручки газа, жимок и т.д. Может пригодиться. Так, мы уже познали. А может мусор? Нет, это не мусор. Костик, это не мусор. Так. Так. Подшипники коленвала, кажется, китайские. Посмотрите. Ну, написано Россия. Так, большое спасибо за творчество. Мотодвор на Спартаковской, набережные Челны. Вот, ребят, это от канала Мотодвор на Спартаковской. Сейчас мы включим, пойдем в стрим. И, может быть, пообщаемся с этим человеком. Я его там в прямом эфире поблагодарю еще. Вот такая вот посыль. Вот прямо я не понимаю, как вот выразить, чтобы было видно, что из меня прет прям вот благодарность. Прям вот, ребята. Костик, спасибо тебе в набережные Челны. Вот так вот. Ну и всем вам, ребят, спасибо за уважение ко мне, за такое вот трепетное отношение к старому страшному человеку. Вот. Ну и пока.